что нужно делать, когда в ваш дом заходят люди с какими-то плохими намерениями. Зная, что хозяева дома, значит, их могут пытаться устранить навсегда или там на какое-то время и так далее. В прихожей у вас, допустим, есть вот такая ложечка. Эта ложечка, желательно, чтобы она не была пластмассовой, как сейчас продаются. Этой частью, когда он начинает к вам идти, я могу бить или встречать вот так то, что может в вас лететь. Здесь вот находится крючок. Смотрите, я здесь ударил, здесь этим крючком еще подтянул, здесь опять ударил, ударил, и дальше убираю нож, а его выталкиваю, захлопываю дверь. И сразу же звоню в полицию.